воспринимали не только как блондинку, но, может быть, как брюнетку, потому что, знаете, у меня есть какой-то внутренний мир, может быть, но не все его хотят видеть просто. Окей. Я хочу, чтобы меня запомнили милый, белый, пушистый. Я хочу, чтобы меня запомнили ярким, запоминающимся и выделяющимся от всех. А чем ты выделяешься? Люди, ради бога, если вам не жалко ваше здоровье, не пишите мне вообще! Мне вас жалко! Хорошо. Ребят. Ну что ж, а мы продолжаем шоу «Найди ID». Сейчас один из самых приятных лично для меня моментов. Линда, сейчас тебе надо выбрать, наверное, персонажи, которые для тебя были больше всего интересны и привлекли твое внимание. Это могут быть наши герои, либо вот ребята из студии, если тебе кто-то понравился. Конечно, это наши герои, безусловно. Они встретили друг друга. Что мы дарим? Давайте. Что приятно. Наш новый альбом. Я его не понимаю вообще. Может быть, поэтому я ему хочу подарить. Может быть, ты хочешь подвести какой-то итог вот всего, что ты видела здесь? А, мне кажется, что неважно СМС, неважно ничего, важно общение, важно то, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь в этой жизни, как бы. И, это все может быть изначально разворачиваться совершенно для тебя неожиданно, поэтому лови каждый момент, держись за это. И ни в коем случае, как бы, не упусти этот шанс. Не то, что не упусти, а не дай возможности, как бы, поломать это самой. Вот. Это счастье. Шоу «Найди ID». Счастье творим своими руками. Мы сами друзья, поэтому осторожней с руками, потому что сами можем иногда его и сломать. Прямо сейчас, наверное, будет самая важная часть нашей программы. Это будет, естественно, песня от вас. Супер. Подарок всем от нашего эксперта. Меня только не слышно. Я...
А мы благодарим всех, кто был вместе с нами. Знакомьтесь, встречайте, общайтесь, гуляйте. Ну, а я еще раз хочу сказать спасибо нашим гостям. Надеюсь, что и вам сегодня было с нами тоже весело. Не забывайте 1056, номер, на который вы отправляете смски и знакомитесь, находя свою вторую половину. Увидимся через неделю. Меня зовут Тимур, рядом со мной Марика. Пока. Пока.